Колонизация Красной планеты. Часть первая. Здорово, народ! С вами неизвестный обзорщик, и это игра Kerbal Space Program. Сегодня я хочу представить вам первую серию сериала «Колонизация Красной планеты». Сейчас мы наблюдаем за тем, как от космической станции Гермес отстыковывается спускаемый аппарат. Миссия спускаемого аппарата — это приземлиться вблизи развернутой марсианской базы, высадив туда 5 кербонавтов. Траектория приземления была выбрана не случайно, ведь на поверхности уже развернута база, но на ней никого нет. По оценкам ученых, на Марсе не существует жизни, и наши герои будут первыми живыми существами, ступившими на ее поверхность. Самый ответственный момент в таких миссиях — это вход в плотные слои атмосферы с последующей посадкой на поверхность планеты. Посадка была жесткой, но все прошло успешно, друзья. Наши кербонавты наконец-таки на планете. И первым делом, чтобы отметить эру колонизации планет, Сагимен Керман поставит флаг. При посадке в расчетах была допущена ошибка, и одному из кербонавтов пришлось лететь на базу, чтобы взять ровер и доставить на базу остальных членов экипажа. Для Сагимена это очень волнительный момент, так как он первый раз видит место, где ему придется провести очень долгое время. Миссия пока что не имеет сроков давности, ведь обратный полет не был никем испытан, и, возможно, для наших кербонавтов это билет в один конец. Но, как вы понимаете, кербонавты были в приподнятом расположении духа, они состязались друг с другом, и их не пугала опасность, которая ждала их впереди. Хотя, может быть, ничего не произойдет, кто его знает. Знает одна лишь судьба. Вот такая вот серия, друзья. Это был первый опыт для меня, так что поддержите лайками. А с вами был неизвестный обзорщик. Всем пока!